Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии и приглашаю вас в наше путешествие по организму человека. Тема нашего урока – вегетативная нервная система, ее роль в регуляции деятельности внутренних органов. Сегодня на уроке мы рассмотрим вегетативную нервную систему, а также рассмотрим нарушения в работе нервной системы по их предупреждению. Вегетативная нервная система регулирует кровообращение, дыхание, пищеварение, обмен веществ, выделение, деятельность эндокринных желез, то есть обеспечивает трофические функции организма и поддержание состава внутренней среды. В различных ситуациях внутренние органы нашего организма работают с разной интенсивностью. Например, когда человек бежит, начинает усиленно работать сердце, легкие и потовые железы, снабжая организм необходимой энергией и защищая от перегрева. Во время сна, наоборот, наш организм переходит в энергосберегающий режим. Сердце и легкие работают медленно, размеренно, а вот пищеварительная система работает в полную силу, запасая энергию на будущее. Все это возможно благодаря работе вегетативной нервной системы. Анатомически и функционально вегетативная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Экспериментально доказано, что симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбудимость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность, особенно в стрессовых ситуациях. Парасимпатическая нервная система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует жизнедеятельность организма во время сна. Следовательно, эти системы являются антагонистами. Основной морфологической единицей вегетативной нервной системы, как и соматической, является нейрон. В вегетативной нервной системе тоже выделяют центральную и периферическую части. Центральную часть образуют тела нейронов, лежащих в спинном мозге и головном мозге. Эти скопления нервных клеток получили название вегетативных ядер. Отходящие от ядер волокна лежат за пределами центральной нервной системы. Нервные сплетения в стенках внутренних органов образуют периферическую часть вегетативной нервной системы. Центры симпатического отдела находятся в боковых рогах серого вещества, грудного и поясничного отделов спинного мозга. Волокна их нейронов, выходя за пределы спинного мозга, образуют околопозвоночные узлы симпатического отдела. Эти узлы проходят вдоль всего позвоночного столба, образуя два симпатических ствола – левый и правый. Нервные волокна, идущие от этих стволов, иннервируют все, без исключения, органы тела человека. В то время как область иннервации парасимпатических волокон более ограничена. Центры парасимпатической нервной системы находятся в мозговом стволе и крестцовом отделе спинного мозга. Нервные волокна, отходящие от этих центров, регулируют аккомодацию глаза, деятельность основных внутренних органов, являются запускающими для выделения слюны, слезной и других жидкостей тела. Большинство внутренних органов получают двойную вегетативную иннервацию, так как к ним подходят как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна, которые функционируют в тесном взаимодействии, но производят на органы противоположный эффект.
влияние вегетативной нервной системы на некоторые внутренние органы показано в таблице. Действие симпатических нервов, усиление и учащение сердечных сокращений, сужение артерий и повышение кровяного давления, замедление перистальтики, уменьшение активности, расслабление мочевого пузыря, расширение бронхов и облегчение дыхания, расширение зрачка, поднятие волос, усиление секреции потовых желез. Также симпатические нервы угнетают слюноотделение. Парасимпатические органы ослабляют и замедляют сердечные сокращения, расширение артерий и понижение кровяного давления, ускорение перистальтики, повышение активности пищеварительного тракта, участвуют в сокращении мочевого пузыря и сокращении бронхов. Под действием парасимпатических органов сужается зрачок. Происходит прилегание волос, ослабление секреции потовых желез, а также усиливается слюноотделение. Вся деятельность вегетативной нервной системы построена по рефлекторному принципу. Строение рефлекторных дуг вегетативного отдела мало отличается от строения рефлекторных дуг соматической части нервной системы. Самая простая вегетативная рефлекторная дуга представлена тремя нейронами. Первое звено – это чувствительный нейрон, берущий начало в органах и тканях и направляющий собранную информацию к соответствующим ядрам спиной или головной мозг. Второе звено несет импульсы из центральной нервной системы к рабочему органу. Этот путь представлен двумя нейронами, один из которых можно назвать вставочным, так как он находится между чувствительным звеном рефлекторной дуги и двигательным нейроном. Тела третьих нейронов лежат в периферических узлах вегетативной нервной системы. Отростки этих нейронов направляются к органам и тканям в составе вегетативных или смешанных нервов. Заканчиваются нервные волокна на гладких мышцах, железах и в других тканях. Вегетативные рефлексы часто наблюдают врачи для суждения о функциональном состоянии вегетативной нервной системы. Например, в клинике исследуют рефлекторные изменения сосудов при механическом раздражении кожи, проведение по коже карандашом. У здорового человека при этом возникает кратковременное побледнение раздражаемого участка кожи. При высокой возбудимости вегетативной нервной системы на месте раздражения появляется красная полоса, окаймленная бледными полосами суженных сосудов. А при еще более высокой чувствительности в этом месте образуется отек. Появление отека кожи служит признаком вегетативной дисфункции. По разным данным, от 12 до 29% подростков страдают этим заболеванием. Необходимо понимать, что дисфункция может быть связана с периодом усиленного роста организма и может пройти сама собой с окончанием подросткового периода, а может стать предвестником другого, более серьезного заболевания. В любом случае консультация врача необходима. Рассмотрим следующий вопрос нашей темы – нарушения в работе нервной системы и их предупреждения. Нервная система сложная и хрупкая, и любое кажущееся незначительным повреждением может привести к серьезным последствиям. Причин поражения нервной системы множество.
но все их можно разделить на две группы – врожденные и приобретенные. Некоторые врожденные заболевания нервной системы могут возникать еще до рождения ребенка. Например, гидроцефалия – увеличение объема мозга из-за нарушения оттока из него спинномозговой жидкости. На сегодняшний день существует ряд методов ранней диагностики заболевания плода, что дает возможность предупреждать многие наследственные заболевания на ранней стадии. Другие врожденные заболевания проявляются в течение жизни человека. К ним относится эпилепсия. Эпилептические припадки начинаются в неожиданный момент. В начале приступа возникает напряжение всех мышц. Кратковременная остановка дыхания, обморок. Затем начинаются судороги, которые через несколько минут самопроизвольно заканчиваются. Приступы эпилепсии вызывают шок и страх у окружающих людей. Поэтому важно знать правила оказания помощи таким больным. При эпилептическом припадке необходимо удалить все твердые предметы, находящиеся в непосредственной близости от больного, чтобы он во время судорог не поранился. Следует подложить под голову мягкий плоский предмет, перевернуть больного на бок. Удерживать его во время эпилептического приступа не следует, но после приступа обязательно необходимо вызвать врача. Основная причина приобретенных заболеваний центральной нервной системы – травмы, сотрясения, ушибы головного мозга, разрывы периферических нервов. Такие повреждения можно получить при авариях или падении на спину даже с высоты человеческого роста, при попадании в голову различных предметов, в том числе мяча. Как правило, для сотрясения мозга характерны три основных признака: потеря сознания, рвота и ретроградная амнезия, когда человек не может вспомнить события, предшествующие травме. Легкое сотрясение головного мозга может проявляться сонливостью, вялостью и тошнотой. Очень серьезная травма – ушиб мозга. При ушибе головы внутри черепа может разорваться кровеносный сосуд, и излившаяся кровь будет постепенно сдавливать мозг. В таких случаях пострадавший, будучи поначалу в удовлетворительном состоянии, внезапно, иногда через несколько дней после травмы, теряет сознание. У него появляются судороги. В этом случае только срочная операция может спасти человеку жизнь. При сотрясении головного мозга или его ушибе в первую очередь необходимо обеспечить полный покой пострадавшему. Уложить на кровать или кушетку. На лоб приложить тряпочку, смоченную холодной водой. Нужно немедленно доставить пострадавшего в больницу. Даже после легкого сотрясения мозга, при отсутствии необходимого лечения, человек в дальнейшем постоянно жалуется на головные боли, становится нервным и плохо учится. Учитывая, что нервные клетки очень напряженно работают и нуждаются в постоянном притоке крови, приносящей кислород и питательные вещества, легко понять, что к заболеваниям нервной системы могут привести причины сосудистого характера. Наиболее опасным заболеванием центральной нервной системы является инсульт. При инсульте в определенной части мозга кровоток снижается или прекращается совсем. Лопается кровеносный сосуд. Происходит кровоизлияние,
или в сосуде образуется тромб, препятствующий дальнейшему кровотоку. В обоих случаях клетки поврежденной области мозга перестают получать кислород и необходимые питательные вещества в достаточном количестве и начинают погибать. Инсульт может привести к продолжительной коме, параличам, нарушениям интеллекта или памяти. Тяжелый инсульт может стать причиной смерти. Нарушение мозгового кровообращения или гибель нервных клеток из-за сдавливания может произойти в результате заболеваний, связанных с опухолями. Есть предположение, что воздействие винилхлорида, бесцветный газ, применяемый при изготовлении пластмассовых изделий, аспартама, заменителя сахара, и электромагнитных полей могут являться причинами развития заболеваний. Симптомы опухоли головного мозга зависят от того, какой участок поражен опухолью. Часто к нарушениям деятельности центральной нервной системы приводят инфекционные заболевания. В организме начинаются воспалительные процессы, вызванные бактериями, вирусами, грибковой инфекцией и другими простейшими. К таким болезням относятся менингит, энцефалит, корь, ветрянка, свинка, герпес, краснуха, бешенство, полиомиелит и многие другие. Нарушения питания также могут привести к расстройству нервной системы. Недостаток витаминов Е, ПП или групп В служит причиной таких заболеваний нервной системы, как пелагра, нейропатия и другие. Причиной нарушения деятельности центральной нервной системы часто являются так называемые вредные привычки. Употребление наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, различных стимуляторов и антидепрессантов, злоупотребление алкоголем, отравление ядами и тяжелыми металлами – все это неминуемо ведет к тяжелым нервным расстройствам и патологиям. Отрицательное действие никотина на центральную нервную систему выражается вначале в ее возбуждении, а затем в угнетении. Поэтому курящие люди становятся раздражительными и легко возбудимыми. У них нарушается сон, аппетит. Нередко возникают расстройства памяти, головные боли, бессонница, дрожание рук, снижается работоспособность, ухудшается настроение. Доказано, что алкоголь негативно влияет на нервную систему человека. Причем негативное влияние на мозг находится в прямой зависимости от концентрации алкоголя в крови. В начале опьянения активность центров мозга, управляющих поведением, подавляется. Утрачивается разумный контроль над подступками. Снижается критическое отношение к себе. По мере того, как концентрация алкоголя в крови нарастает, происходит дальнейшее угнетение тормозных процессов в коре головного мозга, что сопровождается раскрепощенностью низших форм поведения и инстинктов. При очень большом содержании алкоголя в крови главным образом страдает функция мозжечка. Человек полностью теряет ориентацию, не может пройти по прямой линии, и ему трудно даже просто держаться на ногах. Еще более отрицательное воздействие на нервную систему оказывает потребление наркотических веществ. Они проникают практически во все нервные клетки и нарушают их деятельность. Химические соединения, которые содержатся в наркотиках, нервная клетка принимает за нейромедиаторы
и беспрепятственно с ними взаимодействует. Примером является потребление морфия или героина, которые подстраиваются под гормон серотонин и приносят человеку удовольствие. При этом организм перестает вырабатывать эти гормоны. И если наркоман не примет очередную дозу, у него начинается ломка, ужасные боли буквально в каждой клетке тела. Человек полностью теряет волю и становится рабом пагубной привычки. Нервная система человека – это одна из самых важных систем организма, которая отвечает за действие и координацию всех систем и органов. Благодаря работе нервной системы человек может передвигаться, питаться, мыслить и дышать. Здоровье нервной системы влияет на самочувствие, поведение, эмоциональное состояние. Нервная система уязвима, поэтому профилактика заболеваний должна занимать не последнее место в жизни каждого. В ней нет ничего уникального. Правильное питание и здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, использование необходимых средств защиты, своевременное лечение на ранних стадиях – все это поможет сохранить здоровье и умственные способности на долгие годы. Завершая наш урок, я предлагаю нам вспомнить основные вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на уроке в форме тезисов, утверждений. Тезисы первого вопроса – вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система обеспечивает трофические функции организма и поддержание состава внутренней среды. Вегетативная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Эти системы являются антагонистами. Тезисы второго вопроса – нарушения в работе нервной системы и их предупреждения. Поражение нервной системы – врожденные и приобретенные. Здоровье нервной системы влияет на самочувствие, поведение, эмоциональное состояние. Профилактика заболеваний нервной системы – это здоровье и умственные способности на долгие годы. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Будьте здоровы, ребята! До новых встреч! Увидимся на следующем уроке!